Это чтобы случайно глазиком не втыкнуть. Баночки висят. Там кто-то спрашивал, что с виноградом. Винограда, как для меня, то как грязи. Вон один сорт какой-то кислый. Этот будет простой. Изабелла, или как он там называется. Простой белорусский, кисленький. Вот это будет крупный синий. Сладкий. Элегантский. А это розовый. Ну его опять начинает. Хотя, кстати, как обрезал, стало меньше вот этой вот налета. Ну, как для меня, вот такой вот он примерно будет. Как для меня его для компотов будет, как грязи. Что записываю? Напишите, граждане Российской Федерации, что у вас с Ютубом. А то один пишет, что все нормально, все работает. Другой говорит, с мобильного нормально, со стационарного плохо или наоборот. Помогает VPN или не помогает. Для общего развития, чтобы понимать, где мы живем. У меня все хорошо. Отдыхаю физически, морально. Пролистываю объявления по работе. Надо начинать все сначала. Погода приятная. Градусов 25, жара спала. Начинаем жить. Чего и вам желаю. Привитание из Республики Беларусь. Работаем.